наконец-то! Ну, наконец-то наступил сказочный, веселый и радостный праздник. И мы, конечно же, всем нашим волшебным королевством подготовили вот такое классное поздравление. И пусть ярких, волшебных праздников будет невероятно и неисчисляемо много. Звонкий смех со всех сторон. Вложил душу в развитие и процветание компании и желаем, чтобы на этом успехи никогда не заканчивались, неиссякаемого денежного потока, моральной устойчивости, выносливости и спокойствия, и пусть все последующие годы только приумножают прибыль. Ура! А мы хотим пожелать побольше ответственных сотрудников, которые действительно любят свою работу. Пусть никогда не покидают энтузиазм и силы, а сердце согревают солнечные улыбки благодарных гостей. Всегда царит дружба, а вся работа выполняется с улыбкой. Пусть все начинания сопровождают успех и не пугает ни одна преграда, а воспоминания гостей будут сладкими и приятными. Поздравляю с днем рождения и дарить людям радость – самая лучшая работа. Поэтому пускай самые смелые идеи превращаются в незабываемые торжества и праздники. Прекрасное в нашей работе – дарить людям счастье. Ведь это так приятно слышать искренний детский смех, видеть радость в их глазах. Желаем побольше таких ярких, приятных моментов, чтобы всем хотелось возвращаться в Хэппилон снова и снова, как гостям, так и сотрудникам. Давайте оставаться веселыми и жизнерадостными. Любимые мои и дорогие коллеги, я поздравляю вас с этим знаменательным праздником, вашим и нашим первым юбилеем, десятилетием корпорации «Хэппилон» и бренда «Хэппилон». Это действительно знаменательный день, потому что «Хэппилон» собрал, объединил достаточно большое количество абсолютно разных людей. Но всех нас объединяет одна единственная вещь – это умение дарить друг другу радость,
умение дарить детям радость, умение сделать окружающий мир более счастливым. Отдельную благодарность я хотела бы выразить Рустаму Борисовичу, который является основателем этой компании и главным идеологом бренда «Хэппилон». Рустам Борисович, получать от сотни тысяч детей благодарность в виде смеха, я считаю, что это самое большое счастье и самое большое достижение. Потому что прибыльность бизнеса звучит очень банально, а прибыльность бизнеса плюс радость детей и удовлетворенность всего окружающего мира – это самый главный подарок. С днем рождения!